Сергиевская команда по северной ходьбе «Союз движения» приняла участие в региональных соревнованиях. Там, обойдя сразу 4 опытных противников, взяла золото. Команда вообще отличная, дружная, веселая. И мне очень нравится, что молодой состав и задорный состав, что мы идем быстро, технично и, главное дело, вместе. В суходоле не первый месяц уже идут тренировки по данному интересному и доступному многим виду спорта. Желающие приобщиться к северной ходьбе собираются на стадионе спорткомплекса «Олимп» каждый понедельник и среду в 18:30. Если заниматься северной ходьбой, то лучше заниматься либо по грунту, либо вот по дорожкам легкоатлетическим, чтобы было хорошее сцепление палки и упор. Тренировки североходцев начинаются с 15-минутной суставной гимнастики. Только потом приходит время для ходьбы. Если вы не бегаете, не занимаетесь активным спортом, но хотите попробовать, насколько вы готовы, да, или какую-то небольшую нагрузку, там, то, мне кажется, очень подойдет. Потому что сидеть ровно дома, да, и ничем не заниматься, это тоже не есть хорошо. Каждый круг ходьбы включает в себя разную нагрузку, так, чтобы в финале 4-5-километровой дистанции выйти на довольно высокую скорость. Я, как корреспондент, начала съемку буквально 20 минут назад. Пришлось, конечно же, для хороших кадров побегать за нашими спортсменами. Признаться, за это время ощутила нагрузку действительно на все виды мышц. Даже на данный момент порцию позитива я уже получила. Кстати, команда Сергиевского района «Союз движения» не стала почивать на заслуженных лаврах. И уже сейчас спортсмены готовятся к зимним выступлениям, не сбавляя темпов на тренировках.